Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня играем в инди-хоррор Chimney Prowler, дымоходный мародер, переводится инструкция Vast Walk, E Interact, Left Shift Run, и в принципе все здесь, опции какие, все правильно, и давайте мы с вами так вот сделаем и начнем. Это инди-хоррор, который сделан также для геймджема, как... Блин, а вот громкость здесь надо было бы убавить, но я понимаю, что уже здесь нельзя этого будет сделать. Субтитры включены же были, что случилось? Ну, я могу сказать, что я ничего не понимаю, что они говорят. Были бы субтитры, я бы прочитал, я же англичанин, и спокойно их перевожу, но... Так как здесь нет субтитров, мы будем наслаждаться голосами англичан и не понимать ничего, что происходит. Будь осторожен, говорит сегодня. Можно пропустить эту хероту и закончить уже, ну? Давай играть! For Santa was pissed, hardening his heart entirely. Все, давай играть уже. Написано, что ни в коем случае не давать играть в это детям, потому что это очень-очень, сука, страшно. Привет, Арон. Ты думаешь, это выглядит как... Именно так он выглядит? Что-то... Ну, сегодня... этой ночью... Put together radio tracker, get radio and the antenna. Не понял, куда положить надо? В трубу, что ли, или что? Нас сейчас будут пугать скримаками, я так понимаю, потому что сделана игра для геймджема, собственно говоря, за очень мало времени. И в принципе, здесь нехеровая такая машина у тебя. Классная. Здесь даже автор называется Scream FM, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно. И... Откуда у тебя такой огромный дом, хочу спросить у тебя, дружок. Дружок, откуда у тебя такой огромный дом? Под елку нужно положить радиотрей. Я проваливаюсь через все. Здесь можно бегать, но бег особо сильно не влияет. Смотри, я вот хожу, а вот я бегаю. Ну нет, влияет, конечно, но не сильно. Кухонька у нас есть. Положи куда-то радиоотслеживатель. Размести радиотрекер. Ну, я понимаю, что мне нужно сделать, так как куда? Together. Together. Что такое together? Везде? Это что такое? А, туда нам нельзя. Ну, мы везде же были. А, вот, елки-палки. Okay. All my equipment is up. А, все, готово. Как что-то гоин. Да, отлично. Вверх здесь. Мой бог, ты Руфа Атросиус. Христос, это мертвая птица? Я сделаю печеньки сейчас или что-то. Приготовь печеньки для Санты. Ну, пойдем приготовим печеньки для Санты. Так, ноги надо убрать подальше, чтобы кружку не пролить, а то же я могу. Пойдем. Так, ну здесь будет Санта, я так понимаю, да? Или что? Или нет? Ни хрена себе дымоход. Но я понимаю тогда, в каких домах Санта бывает. Потому что если в таком доме Санта не побывает, это вообще грех уже. Ты видел какая-то там дымоходина, нет? Я где-то кухню здесь... Вон, кухня. Я обладаю топографическим кретинизмом, поэтому я не могу сразу запоминать, где у меня где что находится. Так, печенюхи. Подготовь печеньки для Санты. И что? Не понял сейчас, что было. Сейчас, что было? Что это такое было? Болбокс. Мы что-то ботинки... О, Карен, мы 5000 миль от лендинга, но... Здесь это... Что-то интерференс. Странно. Да я хочу заметить очень. Размести печеньки для Санты. Не понял, а где они есть? А где печеньки для Санты? Они у меня есть? И куда их разместить? Угу, вот сюда давай разместим. Странные печеньки. Это не печеньки, это какое-то говно, по-моему. Подготовь специальное молоко для Санты. Это что это за молоко такое специальное? Молоко, виски и спринкл нотмиг.
Хорошее молоко, я так предполагаю, да? Вау-вау! Падающая звезда! Нет, стреляющая звезда, что-то подожди, это просто самолет. 1500. 1500. Но! Это звук здесь. Звук как... Клэппинг? Это как... Типа скрежета какого-то. Разместили. Эй, Скрунчо! Эй, Эрон! Я хочу положить тебе шутку в полночь. А, Мидж. Магия что-то какая-то. Не имеешь чего-либо сделать? Да, да, точно, точно. 50! Ой, блядь, я не хочу здесь стоять рядом с псом. Это очень интересный сосед. Санта? Санта? Там он там не Санта. Он здесь, о мой бог, Скрунчо! О, мои ботинки. Моя обувь, точнее, да? Санта упал. Из-за этого... Кот? О, бог. Нет. Это Санта. Ебать, колотить. Он нас сейчас пугать будет или что? Сейчас махнет. Кто-то что-то и не спит. Что это за херня? Уродливые печеньки. Эрон, где ты? Этот стук и в твоем доме теперь. Скрунчо? Я не знаю, что за хуйня происходит. Но оно пришло, пошло наверх по лестнице. Ебать, колотить. Пойдем тоже наверх по лестнице. Махнем вискарика, не? Не, не махнем. Он, видать, нас ищет, но пойдем вверх по лестнице. Я так предполагаю, нам туда и нужно. Да блин, не нужно это давление создавать в ушах у меня. А бегать не могу, кстати. И сидеть тоже не могу. Но здесь, в принципе, ничего нельзя делать, кроме как сидеть и бегать. Ой, бегать и ходить. Эрон. Эрон! Clapping is getting louder. Вон там он, короче, стучит. О, God. О бог! It all makes sense. Это делает сенс. It's the clap of sense. Это клап Санта жопного чё-то чека какого-то. Срёшь ли Санта у меня наверху или что, я не понимаю. Эй! Мудила, ты где есть-то вообще? А я чё сюда пришёл-то? Нам сюда показывали. А, вот может быть не туда пойти нужно. Кто такие дома строит, блядь? Кто планировку делал? Столько коридоров и бесполезного помещения. Пустое помещение. Вот зачем оно здесь нужно? Сральник, где у нас? Подожди, я по кругу прошел. А зачем? Сесть вот сюда нужно или что? Где этот клэппинг? Чё, где Санта находится? Я не понимаю. Туалета здесь я не видел. Хочу заметить еще. Так, это ступеньки вниз. Ступеньки вниз нам не нужны. Нам нужно пойти сюда. Давай, пойдем сюда. Ну, что такое? Почему ты боком-то не ходишь? Я потерялся в догадках. У меня есть фонарь, я так понимаю, да? И я свечу фонарем в блестящие стены. Это очень интересно. Подожди, почему я захожу сюда и ничего не происходит? Я дошел до угла уже. И все равно ничего не происходит. И пустые полки, ничего не открывается. И теракта нету никакого у меня. И в принципе-то что? Что от меня требуется? Вниз пойти теперь? Бегать-то я не могу. Кухня. Вот единственное место, где что-то может происходить, это кухня. Потому что здесь хоть мебель нормальная есть. Ну, в плане мебели больше, чем в других комнатах. Одна комната вообще без мебели, другая комната у нас с одной антресолью. Ну, пойдем вниз, нас сейчас напугает Санта, я так понимаю, потому что, ну, что же еще-то может здесь происходить? Стены же покрасили в желтый цвет, мне кажется, такого не было. А, может, на выход? Хуй на выход, нельзя пойти на выход. Просто мне нужно найти Санту, а я Санту не могу найти, понимаешь, в доме в своем, в огроменном. Нахрена такие дома строить? Сам в нем заблудился. Машина, вот машина стоит, и что, мне может в машину сесть уехать? Или что? Нет, вряд ли.
Даже этой задачи-то нет никакой. То есть, понимаешь, я ориентировался бы хотя бы на задачу. А, то есть вот. Чё, я пришёл по правилам? Это что такое? О, Бог! Эрин! Эрин? Найди ключ... Ой, ключ от машины наверху. Бедный мужик. Я не понял, а что, я сейчас за Эрина играю? Ой, за вот эту вот девку, которая до этого была здесь. Найди ключ наверху от машины. Ладно, пойдем ключ наверху от машины искать. Только я вспомнить бы, где здесь наверх путь. Вот здесь, по-моему, вот оно, да. Вот он. Сейчас напугает. Привет, олень. Ну а что ты меня не пускаешь-то? Эй! Дурила! Картонная, ни хрена себе. Берет и не пускает, представляешь? Это кто так делает, вообще непонятно. Я, кстати, немножко испугался даже. Иди в жопу! Иди в жопу, я уезжаю! Уезжаю, никуда не уезжаю, я никуда, мне некуда бежать. Да, конечно. И как я должен убежать? Подожди, найди ключи. Я нашел ключи-то. Или я умер, им больше не считается. Найти ключи. Ну, блин, ладно, пойдем найдем ключи. Я, кстати, не понял, как мне оттуда убежать. Потому что, ну, типа... Типа там олень стоит. Куда я бежать должен? Он же стоит прям вот тут, в проходе. Как я туда пойду-то? А, можно пройти-то, нет? Да в пизду тебя, Дед Мороз, я уехал домой. Где ты? А-а-а, конечно, блядь! Так нечестно, блин. Он через столы ходит. Ты видел Деда Мороза вообще хотя бы раз в жизни? И к тому же, ходящего через стены, через столы и через стулья. Ну это, блядь, нечестно как-то получается. Я-то не могу так делать. Ну, по-моему, я упирался все-таки в стол-то. Ладно, хорошо, у нас выносливость у главного героя отсутствует. И я могу спокойно бегать, сколько влезет. Иди в машину. Что-то он мою дыру что-то сделает. Я не понимаю, на английском. Очень шумно, я просто бегу. Я уехал. Уехал от Санты. Нахера я его вызывал вообще? Нахера я его даже... Серьезно? Нихера себе. Прям НФС, блин. Кстати, реалистично достаточно управление. Ну как, реалистично. Нихуя не реалистично. Я налево даже завернуть не могу. Что делать-то? Налево завернуть не могу. Он направо более-менее поворачивает, а налево вообще не хочет, представляешь? Ой, блядь, сейчас это, аварию мирового масштаба устроим и будем потом страдать. Новый год встретили, называется. Да хоть камерой, блядь, дали бы поуправлять. Но в конце концов-то, ну имейте вы совесть, разработчики, ну. Мне типа в левый кювет или в правый кювет, да, выбор есть? Ну, давай в левый кювет. Он звенит своими колокольчиками, вон сзади меня едет на оленях, на четырех. А, то есть он за мной еще и гоняться будет, да ладно. Да ну нет, я на таком управлении вообще далеко не уеду. Пиздец. Серьезно, она еще и перевернуться может. Да ебать, колотить. Ты... Кто такие игры-то делает? Извращенные. Кстати, чем быстрее едешь, тем проще. Ладно, давай. Сейчас придрочимся. Сейчас все будет хорошо. Кто придумал игру, в которой есть реалистичное управление? Елки-палки. Ну, не реалистичное управление, а по крайней мере, это самое. Перевернуться можно. Перевернуться, ты понимаешь, в игре перевернуться можно. Я не еду никуда, все. Я застрял. В которой можно застрять на машине, в которой можно перевернуться на машине. Что такое? Как это в голову вообще тебе пришло, дружок мой? Который разрабатывал эту игру. Ёп, твою мать, да она переворачивается только в путь. Я даже не на кнопки не нажимал, я просто вниз ехал и все. Как мне быть-то? Как быть? Как быть, друг мой, товарищ?
Вот, я заворачиваю, просто заворачиваю. Я... Спасибо, что не разбился об этот стол, точнее, об дерево. Поехали, давай, разгоняйся, давай. Мне кажется, этот уровень мы будем проходить еще дальше, чем с оленем. Но он, видишь, куда полетел? Куда он поехал, сама без меня? Да она прям мне на жопу наступает уже, ну, со своими колокольцами. Она панику больше нагоняет, эта игра. Понимаешь? Все, пизда рулям. Заново опять езжать с этой горки, заворачивать налево. Карту бы хоть нарисовал, ну. Это, блин, как это уже, оффроуд симулятор какой-то. Я просто даже... Тихо ты, ну куда ты разгоняешься? Я даже на газ не нажимал, ну что ты такое делаешь-то? Застрял. Я на газ не нажимаю, она с горки съезжает и просто едет дальше. Вот, она просто как будто, я не знаю, как будто я на катке. На катке не который асфальт укладывает, укатывает, а который этот... Который, блядь, скользкий, типа. Вот. И я предполагаю, что все-таки разработчик этой игры хотел доставить жопную боль всем игрокам, которые будут это проходить, потому что, ну, блин, иначе каких-то других этих симптомов, хотел сказать, других причин создавать такую же болючую игру не вижу вообще. И здесь даже дорогу непонятно, куда ехать, понимаешь? Я думал, сейчас налево завернуть надо, а там нихуя налево не надо заворачивать. Там нужно было просто поехать прямо. Да пиздец, давай... Как ты поехал-то боком? Объясни вообще, я прямо ехал. Но, хочу заметить, управляемость улучшается со скоростью, но со скоростью улучшается еще и заносчивость. Его заносит только вон, видишь, вон, блядь, вот, я только налево один раз тыкнул, и он уже ушел. Я бы еще и кнопки записывал, если бы мог бы, блин, но я просто не понимаю, как их можно записать. Вот, да, вот здесь он, блядь, не переворачивается. Здесь он не переворачивается, здесь ему хорошо. На боку лежать нормально, а вот там, когда... Не нужно. Он переворачивается. Это как хочешь, так и думай. И тормоза здесь вообще бесполезны. Они, блядь, ничего не делают. Они именно тормозят, наверное. Но мне тормозить не нужно. Мне надо было, блин, задом сдавать. Вот. И вперед вот я не еду теперь. Здесь нет тормоза, как вот во всех нормальных играх с машинами. Типа тормоз и тормоз, чтобы назад не ехать. Да я уже посмотрел. Я нажал на R. Зачем нажал на R? Ты для чего это делаешь-то? Ну... Я уже записываю. Ёб твою мать, это не инди-хоррор, это уже какой-то проект. Почему он едет вправо? Он не должен ехать вправо, блядь, заново начинай. Он не едет вправо теперь совсем. Заново начинай. Он вообще не едет туда, куда теперь хочу. Вообще, понимаешь? Вот просто он не едет туда, куда хочу. Вот, сейчас поехал. Во что ты врезался? Я вообще, я не могу. У меня прям горит жопа теперь. У меня теперь жопа горит, как будто я... Дружок, который разрабатывал эту игру. Я понимаю, ты англоговорящий. Не думаю, что ты разбираешься в русском. Но ты, блядь, вообще не умеешь делать машинное управление. Либо я машинами управлять не умею, но... Чё-то я склоняюсь к тому, что это делать не умеешь ты. Ты вообще видел машины когда-нибудь в жизни? Ну просто хотя бы играл в симуляторы в какие-нибудь... Ты понимаешь, что они так не ездят, блядь? Вот не понимаешь, что они не умеют так скатываться с горок и боками ездить? Это прям издевательство. Она вообще как это, как корова на льду. Вот этот дурак на оленях едет. У него хотя бы сцепление с дорогой есть. А у меня вообще ни пизды нет. Я просто еду. Даже не еду, а скольжу просто в основном. Вон туда нам нужно. Я на газ не нажимаю, хочу заметить. Я на газ не нажимаю. Даже на тормоз больше нажимаю. Чтобы эта сука не ехала туда, куда мне не нужен. Куда ехать-то? Неужели? Ай, блядь! Серьезно? Да ты заколебала уже на самом деле, ну. Я так спокойно, хорошо ехал, блин, так далеко, так хорошо. Сейчас я опять застреваю. Вот этот поворот, это самое. Ты вообще в нее играл? Ты вообще в нее играл? Ты ее проходил? Если ты играл, то ты ее проходил? Скажи мне, пожалуйста, если ты ее не проходил, тогда вообще нахуй. Я-то ее выпустил просто, объясни мне.
Ее же невозможно пройти, блядь, она едет, просто не едет, ни пизды, она едет по ровной дороге и заворачивает сама во все стороны. Понимаешь, это как этим, блядь, управлять, сбитым самолетом управлять, это вообще бессмысленное просто положение дел. Я просто жму на тормоза, и она вот ехать начинает более-менее. Это я как на ледянке с горки спускаюсь. Ты вот на ледянке ездил когда-нибудь? Можешь сильно управлять машиной, ой, ледянкой своей, жопой, можешь сильно управлять? Не сильно, я думаю, ты можешь управлять. Он мне вон в спину дышит, дурак этот. Я уже все, я уже должен приехать, блядь! Один хер сбил оленя, ну в конце концов. Ой, спасибо всем за просмотр, давайте на этом прощаться. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем до встречи в новых видео, всем пока!